це те, якого мене ХП мало є! Чо творишь-то, Ника, ё-моё, да какаш! Какаши, Наруто, зачем оно, кто это смотрит? Не понимаю! Всем привет, дорогие друзья! Пока Доминик заботится о своей семье, я продолжаю играть в крутую игру под названием GTA 4. И сегодня мы продолжаем в нее играть. И я думаю, то, что скоро мы уже пройдем эту игру, потому что мы уже открыли остров третий. И уже даже вот тут... А это, кстати, что такое? Оружие? Что такое оружие? Цвет забабки. А, погоди, это миссию таксофон, наверное, да? Или что, я не помню, что это такое, обозначение мышь. Ладно, короче, давайте вернемся в игру, нам тут как раз таки звонит Мэлори. Блять. Сука. Мэлори, что-то я немного пропустил. Мэлори это вроде тёлка этого, Романа, да, я так понял? Ну-ка. Чё она хотела? Hey, хуй знает. Честно говоря, меня она вообще не бьет. Давайте зайдем, как всегда, в наш компьютер и проверим нашу почту. Может быть, у нас что-то появилось новенькое. Да, у нас действительно одно письмо от Брюси. Отсыбался машинами. Заебал. Пока что никаких других новостей нет. Ну ладно, давайте выйдем на улицу опять нашего особнячка. Я напомню вам, что в прошлой серии мы с вами помогали Брюси, нашему недавнему дружку-пидорку, который из прошлого вернулся и теперь немного сменил свою ориентацию, а также другу... итальяшки Бачино, вот. Не помню, как его зовут, если честно. И у нас сейчас есть, значит, 4 миссии. Первая из которых это Дерек, это, значит, друг Паки. А вторая таксофон, это нам Дерек сказал, что нужна какая-то помощь одному из чуваку, которого мы пока не знаем. Это Джимми Пигарино, один из итальяшек тоже. Хер знает, кто это такой, но мы вроде как и против него воевали, и вместе с ним. И, собственно говоря, Берни, наш дружище, который немного розовый по ориентации. Он живет ближе, а я обычно всегда еду к чуваку, который ближе всех живет. Собственно говоря, ой, слушайте, а я вот, я, кстати, вот что-то как-то недавно смотрел, блять, там машина, что ж такое-то, я смотрел недавно видос по GTA 4 или что-то в этом духе, и там, короче, не ваш день сегодня, мелочка, мы конфискуем вашу машину в связи с тем, что мы знаем многих людей ваших. Короче, я слышал о том, что можно как-то пользоваться такси и скипить, короче, поездки. Но проблема в том, что я не умею пользоваться такси. Представляете, я уже почти прошел всю игру, скорее всего. И я до сих пор не умею пользоваться этим гребаным такси. Если вы умеете пользоваться такси, то напишите в комменты. Также, что мне еще вам нужно сообщить? Это то, что по поводу метро. Я, к сожалению, извиняюсь, что я не выпускаю метро. Я не хотел бы забрасывать эту игру так же, как Assassin's Creed. Кстати, напомню вам то, что Assassin's Creed я забрасываю тоже по причине того, что у меня слетели сохранения. И тут такая же... Ну, тут не такая же проблема. Тут проблема, знаете, в чем? В том, что я, короче, когда захожу в игру, у меня проблема. Я не могу решить, если вам... Если вы неравнодушны, скажем так, если вы готовы помочь мне и разобраться в этой ситуации, то, пожалуйста, пишите мне в ВК, контакты мои у меня на канале, можете написать мне, я буду вам очень благодарен, потому что один я, наверное, буду морочиться очень долго. Проблема в том, что я сохранение в интернете не нашел, там, я подумал, то, что по главам будут сохранить, то есть, знаете, место, которое я пройду, типа, сохранение загрузилось, все нормально будет, а там оказалось, что нет, там только, типа... сохранение на 100% и прочее, короче, неважная херня, так как бы не подъехать к нашему дружку-то Брюси. Ну да ладно, мы сейчас играем в GTA 4, я думаю то, что, в принципе, мы будем продолжать играть в GTA 4, до сих пор, пока ее не пройдем, а также в RDR 2. Ну и проект на XRP, так, на подсосе у нас будет. Вот, я думаю, эти игры довольно крутые, и мы будем в них продолжать играть, пока... Пока жизнь молодая, девочка моя, танцуй, танцуй. Так, ладно, мы приехали в Брюси. Кого там? А, что-то какая-то проблема. Ну-ка. Да. Да ладно, что-то канителишь-то, блядь. Че, мы не свои, что ли, не родные, блядь? В чем проблема-то? В чем проблема-то? Объясни, блядь, на погоню что делать. Кстати, мы тоже такой же мысли приехали сюда. About me. Okay, that's not good.
Did he find out any information about Darko Brevich yet? No. But he's working on it. You've got to help me. Сейчас еще кое-что скажу. How? We're going to warn these после катсцены. Come on! Да, их надо пугать. Короче, сейчас я вам все объясню. Я, опять же, смотрел какой-то видос по GTA 4. Я смотрел какой-то видос по GTA 4, потому что у меня сейчас они стали в рекомендациях появляться из-за того, что я GTA 4 прохожу, наверное. Вот, и там было сказано про то, что Ника ищет этого человека. Я думал, зачем он ищет этого чувака? А он его ищет для того, чтобы, короче, найти предателя, который их предал на войне в батальоне. И как и кто это был, мы пока не знаем. Точнее, мы знаем, кто это Дарко. Вот. Мы думали, что это Берни, но это оказалось то, что это не Берни. И нам нужно искать другого чувака. Ну и, собственно говоря, вы сейчас слышали, зачем мы туда едем. Вот, я просто сначала не вникся в сюжет, подумал, что он, зачем он ищет кого-то из батальона, что это... А сейчас теперь понятно, все, то есть он ищет предателя своего. Плюс еще мы ищем Дмитрия. Ну, насчет Дмитрия ХЗ, вроде как Ника к нему не особо относится серьезно. Скорее у Ника на пути никто не может встать, потому что он серьезная шишка, если понимаете, о чем я. Надеюсь, покажем. Да сейчас их уделаем, проблем-то нет, ё-моё. Покрышки всем потрываем. По пятюне со всеми, блядь. Ладно, давайте мы сейчас доедем. Ну, мы уже близко, наверное, да? Так вот, и о чем я говорю. Чел вот этот вот, который предал батальон. Я говорю о том, что Дмитрий, короче, не особо важен для Ника. Просто Ника, что-то Дмитрий иногда звонит, что-то угрожает, а Ник как-то по барабану, он ищет то, что хочет. На самом деле, вот, нормально поступает чего-то. Многие недооценивают GTA 4, и это зря, потому что игрушка реально серьезная. Но она для тех, кто уже вырос или что-то в этом духе. Тут нет такого веселья или фана особого. Но, в принципе, так можно задуматься. Некоторые игры так-то можно посчитать серьезно, типа The Walking Dead и прочие такие игры. Знаете, наверное, да? Если знаешь, то пиши плюс в комменты. Ну или напиши коммент по этому поводу. Кто это такой? Where is Bryce? We wanted to speak to him, not his red boys. Listen, you're going to speak to your boss and tell him to back off. That's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Visual News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Тихо, 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 не выбендривайся. У нас тут серьезный разговор. Дмитрий Расколов! Бля, Дмитрий Расколов, он О, это же Бля, Дмитрий в этой истории получается. Ебаный, убейте. Да пожалуйста, нахуй! Вот так вот, вот по бырику так убью их сейчас. Оказывается, Дмитрий заодно, он и этого чувака шантажирует. Теперь понятно точно, теперь этот чел точно не виновен. Я знал, если тогда раньше у меня были сомнения по поводу того, что он обманывает Ника, на самом деле нет. Сейчас все выяснил. Все, все, по пизде. Так, все, погнали. Раз готов, два готов, три готов, четыре готов. На, нахуй. Эпичный финал. Вот кто так может сделать? Только я могу пройти так миссию. Легко, легко, быстро, быстро, изи мани, изи мани. Отвезите Берни домой. Ну ладно, сейчас отвезем, чё, уже можно расслабиться. Ну, блядь, быстрая миссия, простая. Я говорю, я профи, я как бы в GTA сколько уже играю. Все верно, да. Я, честно говоря, вот только вот сейчас сказал про Дмитрия, как только он появился, как говорится, вспомни говно, вот оно. Да-да-да. Семейных ценностей, Доминик, ты где? Да, дебил. Бля, еще это гомосексуализм сюда, короче, что-то притерли к этому Дмитрию. Он, конечно, такой себе персонаж. Вообще жесткий. Ну деньги-то он заплатит? Сколько платит? Сколько платить денег, скажите, пожалуйста, еще такая походочка, женственная, женственная такая походочка. По-любому пассив, я уверен, что он пассив. Ну чё, денег сколько заплатили?
Чё, ничего не заплатили, что ли? Бля, вроде не прибавилось цифры нихуя. Ладно, это Брюси, это наш, как бы, однополчанин бывший. Я, хотя, на самом деле, не знаю. Ну, короче, был знаком, поэтому с него, в принципе, можно и не брать. Нам главное найти Дарка и Дмитрия. Так, вот тут убийца какой-то есть, это у нас тоже миссия какая-то. Я помню, говорили, что надо подойти к таксофону в прошлой миссии. И нам выдадут задание. Да, бля, сколько-то... Я не знаю, вот чего с этой игрой не так, но у меня то ли взлом какой-то, то ли еще чего плохого, не знаю, на что. Потому что, почему у меня такси постоянно? Почему у меня постоянно такси? Вы заметили, у меня постоянно по всей трассе катаются такси. Вот, блядь, еще одно такси. Везде эти такси. Я не знаю, я не против, конечно, такси, но когда, блядь, ты едешь по трассе, и уже сотый хуетый раз видишь, что такси, вот еще, блядь, две цифры проехало. Меня тоже начинает напрягать. Мне уже кажется, что с игрой что-то не так. Ну ладно, в принципе, это, наверное, мои проблемы, поэтому пока поставлю на паузу и доеду до таксофона. Так, тут Мэлори позвонил случайно. Слушаем. Да, Мэлори. Угу. Воу, предложение. Оу, про Влада? Он что, раньше не рассказывал? Блять, Влад уж давно был. Кстати, если не смотрели, как мы его убивали, подсказку чекните. Угу. На самом деле, это мы его убили тогда. Ну ладно, поможем нашему братку-то. Чё, какого-то. Так, мы уже подъезжаем к таксофону. Это, видимо, таксофон, да? Да, все, прав, это был. Я прав, это был таксофон. И он звонит. Вот интересно, как. А, все. Я хотел узнать, интересно, как таксофон понимает, что это мы именно мы приехали? Вдруг кто-то другого взял. Ой, смс. No name, работодатель. People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? Да, понятно. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specific. А мне, наверное, смс-ку пришли, да? I only talk business on a hard line. Go to Alderney City. The target you require is on top of the Booth Tunnel. Все кратко, понятно, все четко сказано и по делу. Че кого убить? Для каждого заказа связной предоставляет вам оружие и броню. О-хо-хо-хо, броня и ракетница, это хорошо. Прям заебись вообще. Вот бы нам так каждую миссию давали. Так, давайте посмотрим, что у нас смс. Что там, контакты, сообщение. Так, сообщенечко тут пришло. Ника, я в панике, подъезжаю к пир 45 с Любовью Берни. С Любовью Берни, ехала мне Берни, а ты хуй бы тебя побрал, конечно. Так, ну это понятно, это как всегда. Это Брюс с своими машинами тут он, так. Нахуй мне это надо. Так, нам показали, что здесь где-то есть ракетница, да, и бронежилет. Это отличная, на самом деле, инвентаризация для Ника. Он может попасть куда угодно с ракетницей. Наверное, какая-то миссия с вертолетом будет, потому что ракетница просто так не дается. Ну да ладно, нам сказали просто завалить кого-то, и все, в принципе, никаких проблем нет. Давайте-ка я подъеду к цели, это, наверное, ну-ка далековато, наверное, да? Ну да, достаточно, поэтому давайте-ка пока я на паузу поставлю. Так, я подъезжаю к цели, она находится внизу бордюра. Вертолет находится над въездом в туннель Буту. Уничтожь цель, пока она не ускользнула. Ух ты, ёб твою, погоди, стой. А похуй то, что я буду, да? Из ракетницы прямо у всех на виду стрелять. Погоди, 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 погоди. Где вертушка-то сама? Я ее слышу, но не вижу. Я ее слышу, но не вижу, погоди. Слышу, но не вижу. А, вот, вижу, вижу, вижу. Так, 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 стреляем, стреляем, стреляем. Давай, 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 давай! Ой, красиво! Красиво, красиво! Еще нахуй, получи, блядь, ебасосину! С такой-то ракетницей, ё-моё, все просто, ё-моё. Фиксер, фиксер. Фиксер это починщик. Он все улаживает, он фиксит, понимаете? Очень простая миссия, просто да нельзя простая. Все изи, все, блядь, изи. И еще и ракетницу оставили в подарок. Ну почему бы нет? Блядь, ты серьезно, с ракетницей никто не ускользнет. Это просто одна из самых наилегчайших миссий заданий, которая может быть, это самое простое дело, которое было в этой игре. Даже мой кот с закрытыми глазами может пройти его. Come on, ёма, come on and start the game. Keep it on one and start the game. Так, ладно, давайте мы сейчас поедем к Джонни Пигарино. К Джим Пигарино, это как раз-таки один из персонажей, который похож на шведский сыр или какой там, я не помню, что-то такое там говорили про него.
какой-то швейцарский, какой-то вид сыра, говорили. Вроде какой-то Дерри говорит то, что пекарина это вид сыра, да. Так, ладно, давайте мы объедем краски. Я думаю, ехать-то тут, опять же, далеко, поэтому пока поставлю на паузу. У нас такая мощная машина. Вещи у нас кузнец, вот прямо. Вот я говорю обычно, как орешки, а сейчас скажут, опа, мне нужна новая машина. Так, Дмитрий звонит. Опаньки, Дмитрий, hello, я пока точку застоплю. Нико Беллик, привет, hello, hello, Дмитрий. Что-то не так. Конечно. А че утерпеливо ждет, смотрите. Ага, вместе с тобой работа, Дмитрий. Хуй бы ты тебя обобрал, ему ты нас предал. Не будем с тобой. Обосрался, обосрался, я так и понял. Ага. Ник-то у нас что, тупой, что ли, еще раз работать с таким ублюдком-то, как Дмитрий? Только идиот последний согласится с ним работать еще раз. Ну, конечно, по приколу, но... Ладно, неважно. Поехали, давайте-ка к... А чё это у меня копы-то за мной едут? Я ничего не творил, это мне в аренду дали машину. Я заплатил денег, да пускай забирают, все барки, они не нужны. Я все равно им почти не пользуюсь. Ладно, давайте-ка пока... Так, пока мы с вами, дорогие друзья, пока пойдем на паузу там. Пока еду. Вы посмотрите, две крутые тачки, это я не знаю. То с такси, то, блядь, с суперкарами такая хуйня, я не знаю. У меня такая машина... Я не знаю, что за глюки, блядь, в этой игре постоянно происходят. Вы заметили, да? Две машины сейчас суперкар проехали, я еще на одной еду. Плюс еще до этого ехал на таком же примерно суперкаре. И я не удивлюсь, если я еще раз увижу такую же тачку. Ладно, не важно, давайте пока на паузу опять поставлю. Так, мы подъехали к Джонни или к Джимми Пигарина, или как его там. Ну да, фига особнячок, да, конечно, ему с такими-то бабками. Чтоб не жить-то таким образом, целый дом, блядь, для себя построил в натуре. Еще и Мерс, наверное, по-любому, да, или что там, Бентли, Мерседес-Бенц, да? Ладно, я вам прямо к порожку подъеду, как интеллигент, по которым люди. Для встречи с Джимми вам нужны модная одежда и туфли. Блядь, модная одежда и туфли. А у меня что, не модная одежда и туфли? А, блядь, у меня зимние кроссовки. Сука! Так я бы сказали... Нет, а там говорили, да, реально, помню, звонили, говорили по этому поводу. Бля, да вы чё, ехать в магазин ради вот этой хуйни? Давайте потом я туфли куплю. Давайте сейчас я выполню миссию, поеду за туфлями, я думаю, мы закончим на этом серию. Да, у нас как раз таки вот это вот убийца еще один есть на этой миссии, поэтому давайте-ка поедем на эту миссию и посмотрим, что у нас там. Обойдется, Джимми, как говорится, нехуй выебываться. Хочешь ему видеть нормального человека, принимай его таким, как он есть. Я, может быть, не люблю тратиться на костюм. Может быть, я очень сильно люблю деньги, потому что я... Мне жалко потратить $2000 на какой-то костюм. Или сколько это он тут стоит? Действительно, ё-моё, Джимми охуел в натуре. Типа, у него такая позиция, то, что человек должен выглядеть так, как... типа, идеально. Тогда только с ним можно работать. Блять, это просто дебилизм. Много богатых людей ходят в секонд-хенде. Камон, ёкаламане. О чем ты, чел? Какой богатый костюм, какие богатые туфли, это о чем? Хорошо, что еще очки не позволим цепить, хотя у нас, конечно, они нацеплены, но все равно. Бля, я, конечно, на него немного зол. Реально, вот вид сыра про него говорили, вот сырная башка, вот эта вот. Губка Боб, ё-моё, сырная голова. Головка сыра. Ладно. Давайте пока на паузу. Так, мы подъехали к таксофону, или как он там называется. Давайте выполним еще одну миссию. Delict target. Деликатная цель. Ой, по теням что-то какая-то проблема. По теням проблема жесткая. Трубу бери. Алло, прием. Деньги кончились на телефоне. I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. It's three men. They've been lured to an old building in Alderney City. Finish them there. Easy. Опять же, очередная простая миссия, очередные... А где... А, все, понял. Моя машина здесь. Очередные простые бабки. У нас ракетница с прошлого... прошлого раза осталась. Не знаю, в чем проблема. Вообще, тем более, тут еще ларек. Погоди, так нам говорили, что на любое такое задание нам будут давать пушки. А, погоди, может быть, они там есть, эти пушки? Ну, вот там уже, в том же месте, где мы в прошлый раз убрали. Я просто не чекал. Погоди, стой секундочку. Сейчас я заеду. Секундочку. А, да, действительно, дали пушки. И броню тоже дали. Так, ну-ка. Дробовик в этот раз выпал нам. Рандом, как говорится, берет дробовик. Секундочку, а как мне взять дробовик? Я не помню. Ой.
Чё-то я немного свернул игру. Я не помню, как мне дробовик взять, блядь. Походу, мне нельзя дробовик взять. И броник тоже нельзя взять, да? Ну ладно, обойдемся без дробовика. У нас есть куча других пушек, которыми мы можем воспользоваться. Я думаю, это не проблема. А тут всем похуй, да, то, что я забор сломал. Как бы написано стоп, но всем похуй, да. Работнички, им чё? Пока деньги не заплатят, ничего никому не доложат, действительно. Почему бы нет? Что в Америке, что в России, да, конечно, хрень. Да, я думал, наверное, в любых других странах. Три цели, два патрона ракетницы. Надеюсь, то, что кто-то будет стоять вблизи. Или гранатами закидаем, или еще как-то. Ну, в любом случае, ладно. Я думаю, простая миссия у нас, как раз таки. Все такое быстрое прохождение. Миссия быстрая, тачка быстрая. Быстрое убийство, ракетницу, большая, крупная, по большому диапазону биту. Понимаете, о чем я? Это значит, что все. Это значит, по-другому быть не может. Уничтожить цель, да вообще на изи. Сейчас возьмем. У нас как раз таки снайперка есть. Сейчас мы прицелимся со своей большой балаклавой, огромной такой. И ёбнем по всем. Так, а у нас дробовик есть, я так понял, да? Так, где цель у нас? Не вижу. Наверху что-то там. Так, гранатки. Давайте, что у нас? Дробовичок, да, говорили там? Дробовик ему. Так, вон одна цель, вижу. Со снайперки. Хуяк. Блин, да куда повер... Ёбаное стекло, так оно же пули пробиваем, и должна пуля на вылет. Пуля на вылет. Чувак, подарочек хочешь, Джингл Беллс, ё-моё? А, ладно, я этим не буду показывать, Джингл Беллс. Сука, ёбаный... Куда побежал, дебилоид? Так, получив ебла. Получив ебасусь, как говорится. На. А вот этих чуваков мы сейчас, ё-моё, с ними разберемся мы сейчас. Они снизу, да? Снизу, да? Кто мне стреляет? Бронежилет нам хорошо дали. Погоди, я сейчас пока не могу так, нахуй. Вот так вот. Так, въеби капкану, дружочек. Въеби капкана, нахуй. Вот это хорошо я задел, да? Хорошо, да? Кто скажет сейчас, да нахуя потратить эту ракетницу, потом пригодится. Да похуй вообще, купим и чё? У нас денег-то жопой жуй. Ёкаломаны, еще. И копы сюда подоспели-то, в конце концов, как всегда. На нашу вечеринку. А, крутую вечеринку. Этот, как его, забыл, как песенка-то по пати. Пати, да переезжай ты свою-то, до лета, ёкаломаны. Пигарина, всем пигарина. Ёпаверсы ты, ёкаломаны. Коломен, хп мало, е! Чё творишь-то, Ника, ё-моё, да какаш! Какаши, Наруто, зачем оно, кто это смотрит? Не понимаю! Чёртов ЕКА! Ну я его завалю потом, завалю. Ладно, пока на паузу. Дорогие друзья, мы опять подъезжаем. И, кстати, в этот раз мне не дали переиграть миссию. Мне просто, типа, заполнился в больнице. Мне сказали просто, едьте на таксофон. Наверное, скорее всего, на таксофон это не действует. И, кстати, вот раз мне дали вот такую винтовочку, М-ку. Я думаю, она нам хорошую службу сослужит. Сейчас, когда мы будем убивать всех этих людей. Первого чувака надо убить из снайперки обязательно. Вот, но винтовочка вот эта вот очень хорошая, типа, М-ка. Это прям кайф, то, что мне дали такую. Так, вот там вот цель вижу, да? Бошку прям убью. На нахер! О, тоже. На нахер! А почему бы нет? На! Получи... Да бошку-то получи в конце-то концов! Ой, смотри, вон там еще один есть чел. Пау! Смотри, и сейчас еще одного убьем, будет вообще по кайфу. Из окна буду стрелять кто-нибудь? Бля, я не хочу туда лезть, типа, по приколу, реально. Реально. Ну ладно, у нас есть М-ка. Получайте. О, хорошая М-ка. Блять, как же давно ни в руках не держал М-ку или калаш, что-то в этом духе. Это же хорошие пушки-то в этой игре, в конце-то концов. Мои лучшие. Мы раньше ими постоянно оперировали, а сейчас... А сейчас нет, так нужен только один чел нам. Представляете, блядь, место на диске кончилось. Я же охуел даже от такого. Совсем давным-давно мне такого не было. Надо будет реально диск что-то новое покупать. Что-то я жмачусь, надо реально купить. Ну кто там еще пуляет-то, блядь? Последний чел-то где? Главное, не попади в меня, блядь, в эти баллоны, ебаные. Воу! Где? Наверху кто-то, да? Откуда он стреляет, блядь? Еще не вижу никого, блядь.
Да откуда? Да откуда стреляют? Кто стреляет? Вот приныкался. Блять, я сейчас весь броник так посажу. Идите нахуй. Так, он на самом верху, да? Приветик, приветик, приветик. Блять, быстро бежим, серьезно, бистро, блять, какое-то ебучее. Ну куда, кто там еще-то? Ну что, охрана много, что ли? Сколько тут этажей-то? Блять, где этот чел-то, третий, последний-то? Он должен быть где-то здесь. Да куда стреляешь-то, что-то косу-то? На нахер, взорвись, ублюдок. Так, нужно дальше бежать. Вроде по нам тут стреляют. Так... Слушайте, вы достали уже. Не мешайте мне, не мешайте! Don't distract me! Как было просто. На, давай, 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 давай. Я понял, пушку выбросил нахуй. И все, и разошелся. Все, конечно, позвоню, блин, чувак, твои задачи вообще такие простые, такие... Они, скажем так, вот, когда хочется расслабиться, что-то реально так сделать, вот, не знаю, чай, типа как в казик поиграть, что ли, когда вот, не знаю, когда просто отдыхаешь, вот что-то такое, такие вот его миссии, они мне нравятся, и они не влияют никак на характер, никакого Дмитрия, никакого Романа, вот это всех хероборы нет, тут подвал я случайно опустился ниже, чем надо, вот, и, в принципе, это, мне нравятся такие миссии. Давайте как раз таки сейчас поедем в магазин одежды. Нам же Пигарин это, блядь, сказал. Это надо в Персе надо ехать, да? Пигарин нам сказал одеться покрасивше, блядь. Поэтому нам нужно съездить в магазин, поэтому пока поставлю на паузу. Ну и там закупимся уже, я думаю, на этом закончим серию. Чего там, какой щит? В общем, мы приехали, короче, в магазин Персей, давайте закупимся. Нам нужно, короче, купить, наверное, я думаю, только ботинки и все. То есть больше-то у нас ничего нет такого. Ботинки у нас есть. Я, правда, конечно, не любитель таких ботинок. Хотя они довольно красивые. Ну, такие не надо мне, что-то какие-то они не очень. Вообще квадратные, блядь, какие-то Майнкрафт-стайл. Нахуй на Майнкрафтовые. Ладно, давай первый тогда, они вроде самые нормальные. Во! Перфект. Просто перфект. Идеальнейший просто наборчик у нас выходит. Так, ну ладно. Давайте, я думаю, на этом прощаемся. И насчет метро, я не знаю, когда она выйдет в будущем. Если вы не равнодушны, опять же говорю, напоминаю вам, что напишите, пожалуйста, в ВК, я вам объясню, в чем проблема. Решим, может быть, и сами, конечно, наверное, тоже решу, но очень долго это будет идти. А пока советую всем подписаться на мой канал, поставить лайк обязательно. И всем удачи, всем наскоро, всем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Рау ТВ, и сегодня у нас, скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, сделать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. После этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. Во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть... Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram это никнейм, если ВКонтакте, то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы. Отдельный пользователь. И вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыграем каждую игру. То есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх. Так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам. Я забыл об этом сказать в видеоролике.